Здравствуйте, доброе утро. И сегодня я не знаю, что нас ждет по программе. Ну ладно, мы сейчас пойдем завтракать. На завтрак у нас каша овсяная. Потом я взяла 2 кусочка пирога с шоколадной пастой. Потом ее ножиком размазываю. Там еще была сосиска, яйцо, но я ее также не взяла, потому что я не хочу. Короче, мы уже собрались. Так у тебя выгляжу. Мы едем на каньон. Поехали мы сначала не на каньон, а в пещеру, называется она Прометея. Ехали мы туда 4 часа. Я еще же решила взять вот эту вот, браво, со вкусом клубники. Мне интересно, какая она на вкус. Я ее попробовала, она прикольная, но вкусная. Это тоже очень вкусно. Точно, точно. Это аэропорт Таис. Он горячий, капец! Блин. Мы, короче, пришли в какое-то заведение. Тут халы. Хлеб. Да. Три картошки? Нет, это 6. Ошибка, да. Мы выехали, теперь мы едем дальше в каньон. Мы уже покушали, теперь едем дальше. Остановились, и тут вот такая вот, не знаю, что это, но это прикольно выглядит. Короче, рассказываю, у нас сломалась машина, там порвалось что-то, и мы теперь ее чинят, вот так вот. И мы остались в какой-то глуши, мы не знаем, где мы. Мы в багажнике. Короче, машина уже сломалась, и ее там пока чинят. Мы, короче, сели на машину, и тут, короче, мы в багажнике. Как? Тебе нравится вообще ездить в багажнике? Да, классно. О, да, это классно. Просторно. Очень. Тут баллон какой-то. Да. Не знаю, что это. У нас тут, если там видно, дорога. У нас много окон. Очень много. Но они не открываются.
Вот так вот все выглядит. Красивенько. Вот так вот здесь. А, это из нее это периода. Короче, старый камень. Вот это так вот, смотрите, тут такая вот зона есть. О, смотри. Животные зубы, шелл, чего шелл? Стол и этот, кости. Прикольно. Это что у нас? Археологические камни, что ли? Обсидиан и этот. Этот на череп похож. Да. Вот это что? Обсидиан в Майнкрафте. Непонятно, что это. Я не знаю, господа. Я тоже. Рок какой-то. Сами переведете, короче. Да. Короче, сами почитайте, переводите. Зубы? Нет? Нет, не зубы. Ладно. Обсидиан. Поняла тут. Фрагменты скелета. Прикольно. Вот, мы только что нас пропустили. По билетам вот так вот все идет. Вот так. Выглядит все. Мы вот заходим. Нам сказали проходить. Идем. Спускаемся по лестнице. Птички поют. Вот мы уже почти спустились. Вот мы зашли. Вот так вот все выглядит. Очень классно. Как тут красиво, Лёма. Здесь.
Ой, как красиво. Ну, посмотрите, как светится. Вот мы куда-то заходим. Какой же он тоже? Вот такая вот красота. Вот. Вау. Вау. Здесь двери закрываются. Заранее извиняюсь за то, что я как бы снимаю отрывками, а не полностью видео, но потому что я снимаю контент не только на YouTube, но еще и на Instagram. А на Instagram надо не горизонтально, а вертикально снимать. Поэтому я снимаю и горизонтально, и вертикально. Здесь еще такая.
кофточка. Это очень красиво выглядит. Очень классно. Thank you.
Вот так вот мы проходим, там нас уже ждет автобус. И мы поедем на каньон, на 11-й высоте искать алмазы. Мы вот прям только что вышли. И тут такой вот чайник. Здрасте. Вон еще вот это. Мы сели в автобус. Сейчас поедем на каньон. Так, мы теперь, короче, мы не на каньон, мы пришли сюда покушать. И скоро приедете по такси, короче, я не знаю, что будет, но мы пришли кушать. У нас вот такой вот хачапури по-аджарски. Давай. Ух ты! Офигеть, классно! Ура! Теперь смотрите. Вот так. И там макаем, да? Макаем, кушаем. Чё, как тебе? Вкусно. О, какая она горячая. Ладно, скажем, я пью вот это вот, а Йолан пьет липтон с лимоном. Он странный на вкус. Казахстане лучше. Мы ее съели. Ура! Мы наелись, капец. Очень сильно прям наелись. Да. Да. Теперь мы едем на каньон. Наконец-то. Нету, видите? Как нету? Не, у нас вот сейчас такой. Шли. Прямо вот так. А почему нет специй? Thank you.
красивые, да, заметил? Да, они все очень... добренькие. Добренькие. Их много на улице, вон, кстати. А! Короче, ребята плавно поменялись, каньон далеко, а уже как бы вечер, и нам скоро надо этот, в отель. Пойдем туда, пойдем туда. Ой, ой. Смотри, вот смотри, покажи, покажи. Где он? Вот он! Вот он! Вот водопад, мы решили пойти на него, потому что каньон далеко, и нам, короче, надо скоро в отель. Ой, ну, короче, завтра мы уже уезжаем. Поэтому. Смотри, какие сладкие! Вон, 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 вот еще водопад. Короче, план не меняется. Мы едем на коня. Да. Если доедем. Каньон, ура! Меня сними, снимаешь? Даш, ой, Даш, да. Вот мы приехали. Сейчас будем купаться, наверное. Да, наверное, может быть. Смотри, как собачка. Такая миленькая, такие большенькие все. Миленькие. Так, мы купили входные билеты. Вот мы теперь идем. Уже как бы, ну, ну, такатик такой. Да, мы только приехали. Идем теперь на каньон. Наконец-то. А еще у меня штаны грязные. Из-за того, что мы в пещере были, и там было грязно, мокро. И я там, короче, заморалась. Вот мы идем. Давайте, у нас есть специальный чехол, что он не работает. Блин. Ладно, разберемся. Вот, мы надели такие штучки. И, короче, там снимать, конечно, не получится, потому что там, типа... будет мокро, и мы на скорости будем ехать, и, короче, если получится, я сниму. Если не будет видео, то я не смогла снять. Нажала? Все, нажала. Там так, мы плывем. Девочки впереди вот гребут. Давайте, хорошо гребите. Работаем. Работайте. Правда, на каньоны чуть-чуть поздно сегодня приехали. Ну ничего. Как получится. Вы точно снимаете? Покажите. Да, снимай. Девочки, вон они впереди наши. Доверяем. Наши вперед соплыли. Что-то пищат. Такая всё, тишина, пожалуйста. Здесь благодать. Красиво, конечно. Я нашла? Да. Ну да, я поняла. Мамочки. Страшновато немножко. Ой, почему? А ночью тебе так? Да. А ты снимаешь? Да, снимаю. Я просто вперед снимаю, потому что боюсь двигаться. Ой, так. Потому что лишнее движение тут кажется страшно. Ничего страшного, мы все лето. Спасатели. Хоть не глубоко, в принципе.
Работайте, работайте. Я, наверное, здесь сейчас остановлю, да? Я еще не прекращала снимать. Вы как не включили? Она без вспышки ничего, да? Нормально. Там же видно все. Не знаю, я смотрю, мне капкаранга все. Да. Вот. Может, да. Ну потом, может, светлое будет. Но же видите, все равно поздно. Там начало-то нормально было? Да. Там же светлое. Руку напел. Класс. Надо было вас оставить. Что-то тоқта қалдық па, қыздар? Аяғым ұрып кетті уже. Это с твоей стороны тоже. Больше тут с твоей стороны. Я больше? Да, да, ты больше. Вот так кофе, вот так кофе. Получается? Так, девочки гребут. Хотели же на конен попасть любыми силами. Да? Да, да. Я только вот вперед, впереди все снимаю. Даже двигаться, честно говоря, я... у меня страх такой. Веревка. А, веревка? Вот держи, держи. Смотри, положи Вешло. Вешло, положи. Не отпускай руку на веревку. Я отпускаю. Вешло, положи. Потяни, вот так. Вот так, вот так, молодцы. Вот так. Ой. Только не отпускай, чтобы никому не случилось. Хорошо. Давай. О, Айолом, давай, давай, Айолом, давай. Айолом. Тяни, не подведи, не потопи нас. Мне напоминает этот вышки, там тоже поднимается. Так, вот веревка там, за веревку, а он нас ведет. Вся надежда на нее. Ара, пригнись там это, об, головой об скалу. Вау, здесь водопад. Я вас на видео сняла. Мам!
Да, уже с видео сделайте фотографии. Я хочу у тебя петь родилась. Реально очень темно. Ой, кто смотрит? Да ладно. Вот так много людей, вон там еще едут. Вот наши. Вот наши. Вот мы проехали, но мы через нее не проехали, мы вот так вот сбоку проехали, не намочиться. Вот так вот все выглядит. Вот проектор. Ну, его видно, в принципе. Вот проектор там, который это все сделает. А вон видно, мультик какой. Ну, короче, все вот так классно. Вот мы уже вышли. Очень классно, нам очень понравилось. Было очень красиво. Это было просто прекрасно. Нам повезло то, что сейчас уже стемнело, и нам показали вот этот проектор. Да, очень... его не показывают. Да. Вот, все классно. Ой, мы должны снять такие вот жилеты. Вот. Мама, как в Таиланде, да? Короче, мы едем домой! Ребят, всем привет! Мы только недавно приехали в аэропорт. Что мы... Ой. Ребят, сейчас 2 часа ночи. Нам осталось спать совсем немного. Почему немного? Остальное я расскажу в следующем влоге. Поэтому давайте ждите. Всем спокойной ночи, всем пока. Я пошла спать. Пока!